Гродненский государственный университет имени Янки Купалы – это крупнейший региональный вуз Республики Беларусь с глубокими традициями не только в образовании и науке, но и спорте. Наши студенты-спортсмены успешно прославляют родной университет на республиканской и мировой арене. Развитию спортивной составляющей в нашем вузе уделяется большое внимание, а проведение ежегодного спортивного вечера уже давно стало одной из добрых традиций. Стало хорошей традицией в нашем университете подводить итоги спортивно-массовой работы. И в этом году у нас достаточно хорошее настроение, потому что сборные команды университета успешно выступили на республиканской универсиаде. И в этом году мы в общекомандном комплексном зачете среди всех вузов заняли 3-е место. Солнце нужно жить ярко, нужно побеждать честно. Отметить высокие спортивные достижения купаловцев в 2015 году, поздравить спортсменов с наступающим Днем работника физической культуры и спорта 19 мая на спортивном вечере собрались студенты и сотрудники университета. Выпускники и студенты вуза, чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы и гости города Гродно. В видеообращении собравшихся поприветствовал ректор университета Андрей Дмитриевич Король. Традиции, которые есть в нашем университете, которые формировались, упаковывались десятилетиями, они не потеряны, а более того, они сохранены и приобретают новые оттенки. Проректор по воспитательной работе Василий Васильевич Тинько вручил грамоты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы за личный вклад в развитие физической культуры и спорта сотрудникам и преподавателям вуза. На торжественном мероприятии были подведены итоги участия сборных команд Гродненского университета в Республиканской универсиаде 2015, городской спартакиаде и круглогодичной спартакиаде университета. Вручены грамоты лучшим тренерам по итогам прошлого года. Ими стали заведующий кафедрой физического воспитания и спорта профессор Вячеслав Александрович Максимович, доцент кафедры спортивных игр Валентина Петровна Навольчик и старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Станислав Тадеушевич Лисовский. Национальная сборная готовится к Еврокубкам. Там есть наш выпускник, который будет играть с основным либеро. Если они пройдут, то на следующий год могут попасть в мировую элиту. Кому повезет, тот и победит, а победит сильнейший. Всего силами тренеров и преподавателей Купаловского университета в 2015 году было подготовлено 2 мастера спорта международного класса, 5 мастеров спорта Республики Беларусь, 24 кандидата в мастера спорта. Лучшими спортсменами в прошедшем году стали победители республиканских и международных соревнований, чемпионатов и олимпиад, обладатели олимпийских лицензий. Среди них Сослан Дауров, Дарья Балкунец, Александр Гуштын, Юрий Авдеенко и Геворг Адамян. Для победителей организаторы вечера подготовили насыщенную творческую программу. Спортивный вечер 2016 можно назвать особым. Он был организован в знаковый и ответственный для всего спортивного мира момент – канун Олимпийских игр в Бразилии. И студентам-купаловцам выпала большая честь представлять нашу страну и родной вуз на этом историческом событии. Этот год является особым. Это Олимпийский год. И не зря на нашем пригласительном билете написано «Олимпийский год не только для олимпийцев». Но, тем не менее, наши студенты нашего университета будут представлены в составе национальных сборных команд на Олимпийских играх в Рио. И идет сейчас такая целенаправленная, плодотворная подготовка к Олимпийским играм. Этой подготовкой занимается и лично президент Национального олимпийского комитета, глава нашего государства, и все подразделения и структурные организации, которые имеют непосредственную связь с подготовкой к Олимпийским играм, в том числе и у нас в университете. Мы присоединяемся к поздравлениям наших спортсменов и желаем им покорения новых олимпийских вершин.